Галуткина о пропавшем Ливанове. Он обретает покой. Что такое измена, Боря? То и другое измена. Ну, значит, изменила я тогда. Если хочешь. Актриса Мария Галуткина рассказала о горьком расставании с возлюбленным Борисом Ливановым. Она все еще испытывает к экс-кавалеру сильные чувства. В откровенном интервью артистка призналась, что с мая этого года не общается с Борисом. Он пропал из ее жизни. Я влюблена в него. До безумия. Для меня он древнегреческий бог. Настолько красив, заявила звезда. Но одно дело любоваться мужчиной, отмечает Мария, а другое – жить с ним. По словам артистки, их совместное существование невозможно по ряду причин. Он – интроверт, я – экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянет в шумные компании. Он любит фантастику, я – беллетристику. Он на компьютере играет, я слушаю лекции. Я под него подстраиваться не могу, а он под меня не хочет. Галуткина теперь считает себя свободной, поэтому верность экс-возлюбленному не хранит. Она отмечает, что уже не в том возрасте, чтобы ставить на личной жизни крест. Надеюсь, и он обретет покой. Я его вечно до стресса доводила, рассказала она.